И вчера мы были свидетелями еще одной победы. Наш с вами земляк Хабиб победил в очередном поединке. Мне кажется, здесь есть прямая связь тех людей, которые являются настоящими бойцами и настоящими патриотами нашей республики. Я думаю, не было никого, кто бы был равнодушен ко вчерашнему поединку, поэтому я от души поздравляю вас и с этой победой. Согласитесь.